Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и в сегодняшнем видео я хочу вместе с вами распаковать свой заказ с сайта духи.рф. У нас, на самом деле, посылка эта ко мне пришла дней этак 5 тому назад, и я до сих пор ее не вскрыла, просто потому что, как вы знаете, в Питере была жара до 35 градусов, и я просто не могла это сделать, и тем более хотела сделать вместе с вами, отснять вместе с вами распаковку этого заказа. У меня здесь открыто окно, и я надеюсь, что никто из соседей не начнет косить траву, и меня будет очень хорошо слышно. Хочу пару слов сказать по поводу подделок на сайте духи.рф. Мне не попадалось ни разу. Если у меня есть возможность сравнить аромат еще с какого-то другого магазина, я обязательно это делаю, и разницу я не увидела. То есть я не увидела даже вот, есть же на YouTube куча видео по поводу того, что как распознать подделку и все в этом духе. Смотрела на эти, на то, что я заказывала с сайта духи.рф, и, ну, не нашла. Может быть, у меня обаяние еще такое, не такое прям искушенное, да, чтобы чувствовать вот эти вот минимальные ноты. Поэтому насчет этого я, ну, мне не попадалось. Меня все устраивает, мне нравится, и я покупаю все за свои деньги, мне на обзор никто не присылает, и я завидую тем, кому это присылают на обзор. Вот, кстати, у меня даже есть кассовый чек. Так что да. Ну, мне многие писали, что и кассовый чек можно распечатать. Все можно сделать, я согласна. У меня здесь два тестера. Один, кстати, из них это мужской. Я хочу очень... Я его пробовала в магазине в Литуале. Хочу дать мужу попробовать. Может быть, ему понравится. Если понравится, я ему закажу. И второй пробничек это мы откроем с вами в конце видео. Кто смотрел мою предыдущую распаковку сайта духи.рф, у меня, кстати, есть видео о 10 моих летних ароматов. 10 летних ароматов из моей коллекции. Плюс еще предыдущая распаковка, это тоже летние были ароматы. Сейчас, ну, летний, наверное, один, второй более такой уже, на мой взгляд, более осенний аромат. Вот, в жару 30 с лишним градусов я ароматами не пользуюсь. Пользуюсь только вот когда становится, соответственно, чуть прохладнее. Вот. Так, кто смотрел мой предыдущий ролик, у меня кто-то смотрел его до конца. В конце видео я показывала вот такие... Мне был вот тоже, да, в подарок как бы тестер. И у меня здесь был тестер Труссарди Деликатрос. Безумно понравился мне этот аромат. Просто обалденный аромат, я не знаю, это супер, вот это все то, что я хочу на себе ощущать летом. И, конечно же, я этот аромат себе и заказала. Плюс там была какой-то день, была скидка, по-моему, 5% на все. Девочки, я уже, честно сказать, не помню, тут в чеке не написано, да, в чеке не написано, по-моему, 5% на все. И поэтому я решила заказать. Вот он у меня аромат. Это у меня тестер. Я уже объясняла, что такое тестер. Тестер может прийти без крышки, без оригинальной коробки, да. Вот. Кто-то писал, что это не тестеры, это подделки. Окей. Ну, я никого переубеждать не собираюсь. В общем, вот такая вот пришла в этот раз коробка. Здесь вот все указано. Указано, что это тестер. Давайте мы его откроем. Вот так вот, смотрите, как все запаковано. Закрыла окно, девочки, потому что у меня, как всегда, все начинают шуметь. Вот. Ну и давайте сам коробочка, да, я вам уже показала. И давайте сам флакончик. Нет на нем крышки. Об этом написано на сайте, что у тестеров может не быть крышки. И зато здесь есть вот такая вот веревочка, на которой написано, что это тестер. Все написано на английском. И вот здесь вот наклеечка, здесь перевод на русский. Да? Нанесу сейчас на себя. Ну, я уже знакома с этим ароматом. Чем-то напоминает аромат Донна. Донна у меня тоже был в свое время, но почему-то я его не хочу повторять. Не знаю почему. Возможно, потому что есть большое разнообразие на рынке других ароматов. Это аромат, вот чуточку есть Донны, то есть такая вот некая кислинка, мне кажется, что-то цитрусовое, возможно, какой-то лимончик здесь есть.
что-то такое очень приятное, и роза. Роза и чуть-чуть припудренная, и горькая роза, и сладкая роза. То есть это такой некий цветочно-цитрусовый аромат. Очень приятный, очень освежающий. На лето, мне кажется, он просто идеален. И мне, ну, нет крышки, так и нет крышки, ничего страшного. То есть вот у меня был тестер, у меня, видите, там чуточку-чуточку совсем осталось. И, конечно же, я приобрела себе сотку. Вот такую буду наслаждаться, и в сентябре буду им пользоваться, и в августе будет прохладно. Я буду просто обливаться этим ароматом, потому что он очень и очень классный. Год выпуска аромата 2012. Группа аромата цветочно-фруктовые. Верхние ноты бамбук, кумкват, юзу, ноты сердца жасмин, зеленое яблоко, лотос, базовые ноты белый кедр, мускус, сандал, древесина. Ну и следующий аромат, это тоже моя хотелка, причем достаточно давно, как только он появился в продаже, да, скажем так, я его тестировала, по-моему, в магазине Ревгош все-таки я нашла полный тестер. И это просто обалденнейший аромат, но для меня это все-таки не летний аромат. И я говорю об аромате La Vie est Belle Soleil Cristal. У меня есть уже в моей коллекции два аромата La Vie est Belle. Это аромат с розой, здесь у меня сотка, тоже заказывала на духи РФ. Это тоже был тестер, как и сейчас, который я заказала. Очень классный аромат, опять же. Здесь классическая версия La Vie est Belle с добавлением розы, наверное, 50 на 50, он как бы разбавлен розой. Очень приятный, классный аромат. Вот эта вот такая некая горечь розы, она немножко разбавляет сладость La Vie est Belle, да, очень классный аромат. На весну, на начало осени вообще супер. И у меня также есть аромат La Vie est Belle, это Intensement, это который с малиной. Но малины здесь, наверное, одна треть из всей вот, да, бутылочки. А все остальное — это классическая версия La Vie est Belle. С огромнейшим удовольствием использовала зимой. И следующей зимой, я думаю, что я его вылью на себя. Видно, сколько я здесь использовала. Здесь у меня сотка, здесь у меня 50 миллилитров. И классный аромат от La Vie est Belle. У меня была и классическая версия, но вот сейчас я больше по фланкерам, скажем так, прохожусь. Порвала коробку, достала с другой стороны, как всегда. Вот. И вот он. Это тоже тестер Soleil Cristal. Тоже сейчас нанесем на себя. Вот такой вот красивая очень бутылочка, на мой взгляд. Но вообще вот эти бутылочки очень-очень классные. Вот эти бантики мне нравятся. И вообще аромат La Vie est Belle, да, возможно, много гнаков можно услышать. Он такой, все им поливаются. Но мне очень нравятся, они очень классные. И особенно вот эти фланкеры. Так, давайте... Здесь вот даже я беру первый пшик, он пустой, да, а потом уже... Ой, ну, здесь вообще красота. Здесь вот, да, какая-то кокос какой-то, может быть, даже какая-то вот не чудится почему-то, морская соль, может, это кокосик. И классическая версия La Vie est Belle. Такое сочетание просто потрясающее. Такое жизнерадостное. Вот мне почему-то соль. Вот кокос, соль и классическая версия La Vie est Belle. Причем классической версии, ну, наверное, чуть меньше, чем половина. Да? Все остальное — это кокос и соль. Очень приятный аромат. Я знаю, что многие пользуются этим ароматом и летом, и в жару в том числе. Я нет. Это точно не вот сейчас носить, хотя если только прохладным вечером, может быть, я и буду наносить этот аромат, но не более того. Аромат очень классный, и он на духи РФ продавался только 50 миллилитров, сотки не было, и дешевле, чем в том же Литуаль или Ревгош на скидках, поэтому я, конечно же, и заказала. Год выпуска аромата 2021, группа ароматов цветочно-шипровые, верхние ноты бергамот, мандарин, розовый перец, ноты сердца жасмин, ирис, иланг-иланг, цветок апельсина, базовые ноты ваниль, кокос, пачули.
Из новых ароматов я пока не пробовала ничего, потому что в жару я и ехать никуда, ни в какой парфюмерный магазин, вообще в торговый центр мне не хочется, поэтому ничего новенького я не тестировала сейчас пока что. Но я думаю, осенью пройдусь по новиночкам, попробую, и что-то у меня новенькое да появится, это обязательно. Вот. Ну и давайте я попробую сейчас тоже женский аромат. Это мои, мне очень нравятся эти ароматы. Это ароматы от Винсе Камута. И я взяла пробник Амор. Вот такой вот. Я пробовала всю эту линейку. От Винсе Камута в моей коллекции есть уже один аромат. Это аромат, который называется Чао. Я вам его уже показывала тоже неоднократно. Вот так вот у них выглядят бутылочки. Здесь у меня сотка, есть 50-30 миллилитров. Продаются они, потестировать их можно в магазине Ревгош, по крайней мере, у нас в Санкт-Петербурге, да. Вот, очень классные ароматы, единственное, они не стойкие, то есть не то, что вы там нанесли с утра и до вечера выходите, и аромат. Нет, ну, часов 5, может быть 6 максимум они держатся на одежде и на коже. Очень классные ароматы. У меня вообще из этих ароматов в хотелках именно вот такой капри. Я его уже говорила неоднократно. И он очень классный. Это бело-цветочный, белые цветы и больше ничего нет. Очень нежный, очень прикольный. На жару, на лето именно вот этот аромат я советую. Вот этот мне не понравился. Он для меня такой немножко мыльный аромат. И вот этот вот Амор я тоже тестировала. Я просто взяла, потому что хочется его поносить. Это тоже про цветочки, но не про белые уже цветы, а может быть даже немножко такие слегка какие-то горьковатые, слегка сладковатые, слегка такие припудренные, но тоже про цветы. Тоже мне вот этот нравится, но у меня вообще в хотелках, ну это к следующему лету уж точно я приобрету именно вот этот капри. Капри, очень классные ароматы. Вот, этот тестер тоже хочу походить, поносить на себе. Скажем так, он был бесплатный. И также бесплатный тестер, вот этот вот мужской аромат, который я тоже тестировала в Ритуале, по-моему. Вот, мужской аромат. Я уже как-то говорила, что когда идут вот такие как бы бутылочки, как от Леванты, идет еще отдельно наклеечка, которую вы наклеиваете, чтобы не забыть, что это за аромат. Ну, не знаю, в жару я, наверное, мужу не буду предлагать. Вот, но сейчас нанесу, вспомню. Аромат. Это аромат у нас Zardig This is Love мужской. Что-то мне, девочки, не выговорить, жарко, наверное. Ну, вы поняли, я вам оставлю ссылку на этот аромат, как он правильно называется. Вы поняли, наверное, про что я говорю. Мне очень нравится приятный аромат. Есть такая некая, чуть-чуть такая сладковатая, как будто бы сладковатая древесина какая-то. И древесина, и немножко зелени, и немножко свежести. Мне кажется, ну, лично для меня приятный аромат. Не знаю, как пойдет он мужу. В общем, дам ему попробовать. Если ему понравится, то я для него приобрету. Но, наверное, дам ему попробую чуть-чуть попозже, потому что сейчас слишком-слишком жарко. Вот. Так что вот такой вот у меня получился заказ. Ссылочки я вам, как всегда, оставлю внизу в инфобоксе. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую и до новых встреч!